Котел масляный на 160 литров, квадратный. Квадратная облицовка нержавейка. Так, крышка на зажиме, клапан сброса, это как автоклав. Внутри котла, понятно. Так, расширительная воронка, нижний уровень теплоносителя, кран слива, механический термометр и терморегулятор. Включаем котел. Так, выставляем верхний предел в пределах 65. Нижний в пределах 62. Ну, это теплоноситель, это чаши. Включаем нагрев. Так, дойдет до 65, отключится. 62 включится. Ну, вниз терморегулятор выставляем по температуре 150 на отключение. Когда дойдет до предела, включится сирена. Так, сейчас. Механический термометр и электронный. Электронный сравниваем с механическим. Шестьдесят один. Когда при запуске надо будет проверить уровень в расширительном воронке. Все, котел отключился. Инерция еще 10 градусов. По инерции идет 10 градусов. И потом котел как бы включится по нижнему пределу. Все.